Прошлым летом мои ноги оказались под колесами Туарега. Хорошо, что мы сейчас в этой комнате живы и здоровы. Таких сучих ублюдских дей со стороны Российской Федерации. А я думаю, о, вот это мы, ух, это мы навоюем, это спецура, конечно. Зірвати, порвати і забути це все назавжди. Ой, смотрите, що там українці? Ой, ну вони там ніяк, опять эти українці. У Росії, в Україні. Ніхто от мене ніколи не вірить. Одному соратнику в голову прилетел осколок. Ой, смотри, этот в противогазе, а этот с цепью, а этот приехал на тракторе. Наша война могла закончиться на этом. А, Беркут, молодцы, красавчики, вообще защитники там. Но мы разозлились и решили, что будем воевать дальше и ебать всех рот. Говорит, Денис, ты что, дурак? Очень страшно, я в балаклаве. Так и появился РДК. Украинцы мы все там борцы, бойцы и свободолюбивая нация, а русские вот они там все рабы, чмари. Там 200 километров до Москвы. Телеподставной, смотрите, он не сразу сказал, в каком он находится поселке. У нас есть двери от российского геликоптера, сбитого над Гостомелем. Ой, ну что там эти украинцы, такое они творят, конечно. Кто такой Пригожин в твоих очах? Шойгу, Герасимов, где снаряды? Мы когда до вас ездили на бійки, мне кажется, что мы там до Калуги ехали дольше. Нельзя по-русски говорить, потому что сразу убьют. Вітаю, пантерівці! Сьогодні у нас особливий гість. Командир РДК Русского добровольческого корпуса Денис Вайтрекс. Привіт, Денис. РДК – Русский добровольческий корпус. Військовий підрозділ Збройних сил України, який сформований з етнічних російських емігрантів для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТРО України. На даний момент воює як в Україні, так і в Росії, звільняючи території від путінського режиму. Засновник і командир Денис Вайтрекс перебуває в федеральному розшуку Росії як учасник терористичної організації. Як доїхав і як твій настрій? Настрой хороший, мені дуже приємно твоє приглашення. Я рад, що, скажімо так, турнір «Вайтрекс. Дух воїна» далекий 11 років вже назад став таким місцем сили для українців. Ти не перший українець, якого я на цій війні зустрічаю, и который вспоминает свое участие в этом турнире, поэтому мне очень приятно твое приглашение, мне очень приятно то, что вот именно это нас, скажем так, сближает, связывает, ну, это очень вызывает такие сентиментальные чувства и воспоминания. Круто. Я трошки відволічусь для наших підписників. Ми не афішували це, однак колектив нашого YouTube-каналу – це вихідці з навколо футбольної движухи з навколо футбольного середовища. Ми фанати «Динамо Київ», і ми свого часу бились на полях, в лісах, в тому числі з росіянами. Ми перетинались на різних турнірах до того, як це стало мейнстрімом. Да. І одним із таких топових турнірів 10-річної давнини, який згадується і займає в моєму серці окрему трикімнатну квартиру, був турнір «Вайтрекс. Дух воїна» у колаборації з турніром «Іду на ви» від українського бренду одягу «Свастон». От Денис Вайтрекс, він не даремно Вайтрекс, тому що він є засновником і власником бренду одягу спортивного «Вайтрекс» та турнірів, серії турнірів «Дух воїна». Це міжнародна серія турнірів. Вони проходили у Росії, в Україні. Вони проходили, якщо я не помиляюсь, в Італії, в Німеччині, у Франції. Розкажи ще трошки про турнір. Ну, скажімо так, тоді, це ми говоримо про 12, 13, 14 роки, це була, я думаю, що і отдушина, да, для всіх, і стандарт качества в плане спортивных мероприятий и вообще как бы для всей, скажем так, патриотической правой среды России, Украины, Белоруссии и европейского всего континента. Это была очень важная площадка и для общения. Да, там, то есть это в меньшей степени было про спорт, про вот там мордобой, про кто сильнее, кто слабее. Я всегда перед началом каждого турнира брал микрофон и говорил, что там, ребята, победа или поражение – турнире «Вайтрекс. Дух воина», она абсолютно вторична.
Важно то, что мы здесь, мы общаемся, мы выходим, преодолеваем себя, свои страхи, какие-то слабости. Вот. Ну и потом началось уже общение у ребят из правой среды на совсем другом уровне. То есть раньше же как это было? Причем я знаю, что в Украине, что в России много движух, но они все очень такие сегментированные, расколотые. Там, даже в пределах одного города там, люди могли там, из одной какой-то правой движухи с собой не общаться. Что говорить там, про разные города. Вот. А White Rex Дух Война был таким местом, где там, не знаю, ребята из Урала приезжали в Ростов-на-Дону, парни из Рязани приезжали в Екатеринбург, и там все со всеми дрались. Потом, когда уже в эту всю орбиту стали входить белорусские и украинские парни-бойцы, Дух Война и Страха Нет. Вот это, я думаю, было два таких очень серьезных турниров в околофутбольной правой среде, которые задавали тон, и на них подраться было за честь, я не знаю, там жителю Львова, Минска, Харькова, естественно, Москвы, и, там, не знаю, Екатеринбурга и Волгодонска. Вот. Поэтому я с большой теплотой в сердце вспоминаю эти турниры, мероприятия. К сожалению, бойцы, которые принимали участие в боях, в поединках на турнире White Rex Дух Война, сейчас по разные стороны этого конфликта встречаются. Вот. Возможно, не все тогда поняли, что я вообще хотел сказать. Да, еще раз говорю, это было не про спорт. Вот. Но жизнь такая очень штука необычная, с необычными поворотами. Ну, хорошо, что мы сейчас в этой комнате живы і здорові. Це точно, Денис. Я тобі хочу сказати, що в 2014 році, після анексії Криму і після початку війни і таких сучих ублюдських дій зі сторони Російської Федерації, цей плакат висів в моїй кімнаті на Троєщині, в квартирі моїх батьків. І я хотів його в певний момент часу, в пориві злості, зірвати, порвати і забути це все назавжди. Однак, потягнувшись до нього, я зрозумів, що такі правильні, світлі люди, як ти, точно будуть за справедливість, за правду, за добро. І сьогодні тебе можна назвати навіть захисником Європи певним чином. Ну, это, конечно, спасибо в первую очередь за такие слова. Спасибо, что ты не поддался порыву, не уничтожил этот плакат, кусочек памяти. Европа, понимаешь, ну да, конечно, мне титул этот очень приятен и лестен. Просто как бы я насмотрелся очень сильно на Европу в нынешнем ее состоянии. Да, я прожил там почти 15 лет, и, конечно, ну, Европа однозначно катится в какой-то безумный, не знаю, ад расового, религиозного, полового смешения, декаданса. Ну, то есть простой пример, вот мы сейчас с тобой разговариваем, да, мне мои друзья из Франции присылают видео там перевернутых горящих машин, разбитых там лиц, магазинов, витрин и стрельбы. И это классическая уже теперь французская история этих бунтов, становится все больше, и мы каждый раз из года в год говорим, смотрите, что происходит во Франции, в Германии, в Бельгии, и там ситуация становится только хуже. Вот сейчас там знакомые покинули Украину с началом войны, и они просто находятся в каком-то культурном шоке, потому что они думали, что Европа — это как вот из баварской сказки, там домики, такие фахверк, значит, ходят белые люди, смеются и поют песни, а в итоге они ужасаются тому, что там какие-то, не знаю, там арабские гетто, не знаю, там африканские гетто, там, кошмар, какие-то наркоманы там на вокзале Франкфурта ставятся, да, прямо в прямом эфире, что называется. Вот, в общем, Европа нуждается, наверное, не в защите, а в лечении, по большому счету. Вот. Мне очень приятно то, что Украина не Европа, как бы, может быть, это жителям Украины было неприятно слышать в этом плане. И вот я от всей души и со всеми возможными силами Украину защищаю, готов защищать. Ну, давай до теми Європи і правої теми ще повернемось. Розкажи, будь ласка, про своє перше знайомство з Україною, українцями, в якому це контексті відбулось, і перші враження і їх трансформація до сьогоднішнього дня, якщо
коротко. Я как бы из раза в раз в интервью говорю какие-то, может быть, там неудобные, неприятные вещи, то, что, возможно, от меня там, кто-то не хочет услышать. Как москвич, да, потомственный, я воспринимал Украину и украинцев как российскую провинцию, как какую-то, не знаю, околицу, окраину, на которой живут, территория, на которой живут там какие-то, не знаю, там, смешные селяне, вот они говорят на таком смешном варианте русского языка. То есть в сознании русского человека Украина не является, возможно, даже до сих пор не является отдельным государством, страной, там, какой-то... Она не имеет права на политическую субъектность, она не имеет права на выбор своего собственного там, жизненного пути. Вот типа там... Вот пользуются часто термином вот сосед, который там вот это хороший сосед, плохой. Ну, она даже не воспринимается как сосед. Ну, это типа там мое, которое вот у меня было под боком, и потом оно что-то куда-то убежало, только куда обратно. Вот так это воспринималось всегда. Да, я понимаю, что там в 90-е годы там развал Советского Союза, конечно, по всем ударил очень сильно, да, но, естественно, там... Москва обладала, там, Россия, понятно, самой большой и сильной экономикой. В общем, типичная ситуация 90-х годов — это бригады строителей, бригады рабочих, которые приезжали с территории Украины в Москву. И там, мой отец, скажем так, был в моменте человеком состоятельным. И вот ремонт в нашей квартире, да, мы переехали там из небольшой квартиры в более большую квартиру. Ремонтом в нашей квартире занимались граждане Украины. Я не знаю, откуда они были родом. Они вот как раз говорили, вот с, как мне тогда казалось, со смешным акцентом. Вот они там гэкали, шокали. И я такой... И вот это сознание, отношение к Украине как к провинции, как к губернии, оно сохранилось в людях до сих пор. И это то, как раз в том числе, на чем вот играет политическое руководство страны, постоянно, то есть муссируется вот это вот, а почему это вот Украина решила там идти на запад, на восток, на север, на юг, а почему они это, а почему они то, а вот, а как они смеют, а кто дал им право, а что, ну, то есть это вот отношение как куску какого-то своего вот такого хозяйства, да, как там к своему какому-то там, восточному колхозу, оно сохранилось в людях, к сожалению. А що змінилось зараз в твоєму відчутті і розумінні? Ти дуже нетиповий росіянин. А що змінилось зараз у твоєму відчутті і розумінні українського народу? Я приїхав в 14-му році на Майдан, і на той момент уже були хороші зв'язки з парнями там з ЦСКА Киев, с кем-то там из «Динамо». Они приезжали в Москву на как раз «Дух воина», мы общались так. Приезжали на драки там, безусловно. Мы сюда приезжали на какие-то мероприятия культурные, скажем так, музыкальные. Вот. И в какой-то момент начинается Майдан, революция. Ну, наша сначала даже на телевидении была подача такая... Как бы, ой, смотрите, что там украинцы опять, ой, ну они там никак, опять эти украинцы, ой, смотри, этот в противогазе, а этот с цепью, а этот приехал на тракторе, а этот вот, смотрите, они там, ой, катапульты, ой, ну что там эти украинцы, такое они творят, конечно, но это смех. А потом вдруг начал этот градус, скажем так, негатива повышаться, и стала сильно очень меняться подача в телевидении, в новостях, и стала резко такая про, естественно, антироссийская повестка, ее приписывали, да, протестующим. Беркут молодцы, красавчики, вообще защитники там стали, значит, стеной на пути яда европейского, значит, не знаю, там, западного, натовского. Вот, то есть тогда все эти нарративы, они только-только появились, стали появляться, но довольно резко. И
А я думаю, блин, ну получается, Беркут хорошие пацаны, там они с народом, а народ что-то, блин, а мои-то парни-кореша, они все на площади. Как это получается, они там типа за гей-парады или за что? Я говорю, там, парни, а что там вы, за гей-парады, что ли? Говорит, да ты что, дурак? Там? Слушай, а вот говорят, что вот там русских там убивают. Говорит, и Денис, ты что, дурак? Ладно. И я прилетаю в Киев, очень страшно, я в балаклаве, все, хожу там, хожу. Думаю, нельзя по-русски говорить, потому что сразу убьют. Это очень, ну, так, по телевизору же так сказали. Я хожу, значит, аккуратно. И что-то я где-то забылся, говорю спасибо, я аж... все, нормально. И я понял, что между тем, что нам показывают, и между тем, что происходит, в принципе, пропасть. И там, да, кто-то пришел сюда, там, не знаю, покидать камни в мусоров, кто-то пришел там потусить с друзьями, а кто-то пришел для того, чтобы произошла смена цивилизационного пути, да, чтобы была новая история Украины, чтобы вот она вот началась вот так, вот этими руками ее сделать. Вот человек решил, вот я могу взять там свою судьбу и судьбу своей страны в свои руки, или как минимум попытаться, да, и там люди с работы там приезжали на Майдан, там стояли вахтами какими-то, кидали камни или там жгли костры. Ну, меня это тогда очень, скажем так, поразило. И я понял, что, ну, оказывается, вот эти вот смешные украинцы на экранах телевидения, они, по сути, оказались людьми, ну, не робкого десятка, да, и дело не в том, что они каждый там 5-6 лет им нечего делать, и вот они там выходят, то у них оранжевая революция, то у них достоинство революции. Оказывается, вот так должно быть. Оказывается, если тебя не устраивает произвол, коррупция, насилие мусорское, беспредел вот этот органов власти, то ты вот так с этим борешься. А в России уже отвыкли от этого, да. Просто мне не нравится, когда я читаю, там в комментариях пишут люди, что вот, мол, украинцы мы все там борцы, бойцы и свободолюбивая нация, а русские, вот они там все рабы, чмари и так далее. Ну, я хочу этим людям напомнить, там, мы про 91-й, про 93-й годы, да, когда там весь Крымский мост перекрывался отрядами тогдашней там столичной полиции, их просто сметала толпа, разносила все там, штурм Останкино, да, там Белый дом, то есть люди стояли там в кольце, то есть все это тоже было. В истории России, новейшей истории, это тоже все было, да, просто враг, я считаю, в лице, да, режима путинского, в нашем случае он оказался гораздо коварнее, гораздо сильнее, хитрее, да, и вот в какие-то критические моменты оппозиция, может быть, да, когда она могла влиять на события, оказалась слишком слабой, а в отличие от украинского нормального консолидированного общества. Вот. Поэтому сейчас мы вот пожинаем, скажем так, плоды вот этой вот ситуации. Я зацитую твой пост с одной из соцмереж. Прошлым летом мои ноги оказались под колесами Туарега. Одному соратнику в голову прилетел осколок, а другому осколок распорол бедро. Наша война могла закончиться на этом, но мы разозлились и решили, что будем воевать дальше и ебать всех рот. Так и появился РДК. Расскажи, как з'явився РДК? Ну, скажем так, это такой эмоциональный пост, потому что это был самый первый боевой выезд, по сути дела, той маленькой-маленькой группы, семечко из которого произошло красивое дерево РДК. Это был выезд в Николаевскую область. Тогда, по сути, там фронт проходил в паре десятков километров от Николаева. Вот. И мы попали под минометный обстрел. И боец, которому осколок пробил шлем и застрял у него в коже затылка, его, естественно, контузило. Вот, он пытался, скажем так, нас всех с этого места эвакуировать, но у него из-за звона в ушах он был дезориентирован, он подумал, что у него не работают активные наушники, а у него просто уже звенело в голове, естественно. Вот. А я в это время забрал оружие его, еще раненого парня, бежал к машине. И
в тот момент, когда я уже подходил к машине, опять начался обстрел. Мы слышали выхода. И, естественно, все залегли. А парень, который был ранен в голову, он особо ничего не понимал, ничего не слышал. Он просто прыгнул за руль, резко дал по газам и не видел то, что я, по сути, на пути следования машины, автомобиля находился. Это мой же был собственный автомобиль, по забавной иронии. И он переехал мне ноги, обе ноги, ну, как бы правый бог с ним, а левую он мне переехал прямо по колену. Вот. Как бы мне повезло, у меня просто много здоровья, мне разорвало связки. И плюс еще я почему-то решил, что, наверное, раз все военные профессионалы надевают наколенники, надо надеть наколенники. Потом я, правда, решил их снять. Потом думаю, ладно, я уже их взял с собой, я их надел. Ну вот в итоге вот, совокупность этих таких случайностей, она спасла мое здоровье. В больницу мы поехали сразу. Ну, в общем, там тоже не без приключений мы добрались. И я думаю, а как же, блин, воюют нормальные люди? Вот мы первый раз поехали воевать, у одного в голове там кусок металла, у меня разорваны связки, у второго разворочено там бедро. Наверное, война — это не мое. Вот. Но на самом деле просто ныла нога, и я был раздражен тем, что у нас не получилось сделать то, что мы хотели в плане боевой задачи. Но негативный, но все-таки опыт мы получили, и уже, конечно, мне нравилось то, что наше тогдашнее окружение, мы так получилось, что мы были в такой большой группе, которая на момент там, начала уже, по сути, весны, там, середины весны, это, по-моему, был апрель, они еще нигде не воевали. А мы вернулись в статусе уже ни хрена себе ветеранов, и они так на нас смотрели: парни, вы там львы, красавчики. Мы ничего не сделали, мы просто тупо пострадали там в нашей первой задаче, хорошо, что живы остались. Но мне, конечно, самолюбие моє це пощекотало, от це відчуття: парні, ви там орли. Ну це так, як і навколо футбольній бійці. Безусловно. Якщо тобі зламали голову, то ти на наступний день авторитет. Конечно, а якщо ти просто виграв без одного синячка, все понятно, да, ти небось там в кустах отлежався, пацани за тебе все зробили. Вот, поэтому, конечно, було приємне відчуття. Я вже на той момент знав, що хочу собрать какое-то русское подразделение, потому что грузины воевали в грузинском подразделении, белорусы имели белорусское подразделение, все англоговорящие добровольцы имели свои какие-то, да, подразделения. В нашем случае понятно, что это было, ну, просто, наверное, невозможно, потому что мы были граждане Российской Федерации, а Російська Федерація пару місяців як напала на Україну. Отут розкажи, будь ласка, якщо не секрет, до яких масштабів розрісся РДК сьогодні? І зразу ж питання, ти своїм прикладом показуєш, що насправді дуже багато чого можна змінити навіть в умовах російської тоталітарної системи. От дуже багато людей є в Росії, які кажуть, ну ми не підтримуємо війну, ну ми ж нічого не можемо зробити і так далі. Ти і твої хлопці, ви показуєте, що змінити можна багато чого і робити такі достатньо серйозні історичні речі. В чому секрет і до яких масштабів розрісся РДК сьогодні? Якщо не секрет. Ну, возможно, просто, что вот во времена, в золотую эру, да, White Rex, что сейчас, возможно, просто мне было всегда больше всех нужно. Ну, ведь эту историю, ее тоже никто не хотел поднимать. Ну, в 2010 году я провел первый турнир в Воронеже, White Rex Духовина в Воронеже. За несколько там, месяцев до его начала я сказал там паре парней: парни, хочу сделать турнир, там будут все правые наши пацаны, около футбольщики. Мне сказали: Денис, ты что, дурачок? Ну, какой правый турнир? Ну, просто в лучшем случае его дадут начать. В худшем случае всех повяжут просто сразу, залетит ОМОН, всех изобьют, тебя как организатора изобьют сильнее всего, и все. Я сказал: ну, окей, давайте хотя бы попробуем. Ну, вот мы попробовали, да. С русским добровольческим корпусом история похожа, потому что
полно было парней, которые еще в 2014 году сюда приехали воевать. Но как-то они вот, скажем так, вот они размазались по всей такой добровольческой движухе. Кто-то попал в Азов, кто-то попал в правый сектор, кто-то в Айдаре был. И как-то они повоевали, потом вернулись. В России уже дорога была закрыта, а здесь как-то все было непонятно, не устроено. Вон, пардон, они там сейчас до сих пор не могут УБД получить, еще что-то. И, ну, в общем, как-то очень правая русская среда в Украине после 2014 года оказалась какой-то довольно разобщенной. Вот. И я просто, скажем так, когда я сюда приехал в 2017 году, я, ну, так, присматривался, там, кто с кем, а эти с этим не дружат, а эти того не любят, а этот этих не любит. Ну, думаю, ладно, не буду в это влезать, они здесь уже варятся в этой своей истории. А с началом войны я просто решил сразу собирать всех. Дружишь ты с этим, не дружишь, а он мне в 2014 году 200 гривен в долг дал или там наоборот не вернул, я с ним не буду. Я говорю, парни, давайте вот мы сейчас все это забываем, вот просто забываем, и погнали. Ну а как мы погоним? Смотри, вот мы опять будем воевать, война закончится, мы ни статуса, ни шматуса. Я говорю, слушай, давай вот вопросами юридическими я вот сам займусь. Вы, главное, приезжайте сюда, берите автоматы и погнали стрелять. Ну ладно, ну у тебя ничего не получится, ну ладно. Я говорю, да я это уже не первый раз в своей жизни слышу, что у меня ничего не получится. Поэтому с одеждой, с турнирами мне говорили всегда то же самое. Вот, никто вот меня никогда не верит. И, скажем так, начинали мы там, по сути, был я и еще там два парня. Мы на тот момент были на базе, там, в одноместном номере жили втроем. Вот там черти во что вообще одеты. Там один из нас забивает патроны не того калибра в магазин, другой там чистил первый раз в жизни АК, у него там ветошь застряла в стволе, да, и я думаю, о, вот это мы, ух, это мы навоюем, это спецура, конечно. Ну, то есть, мало того, что нас все будут смотреть с подозрением, так еще на нас будут все смотреть, как на дебилов. Думаю, ладно, ну, ладно. В общем, сейчас уже у русского добровольческого корпуса есть минометы, есть легкая бронетехника, есть самая разная там номенклатура стрелкового оружия. И есть у нас и снайперы, есть у нас и операторы FPV-дронов, и операторы ударных беспилотников, и штурмовые, естественно, скажем так, подразделения, и подразделения разведки, и ребята-саперы. В общем, ну, скажем так, мне приятно, что вот этот путь невероятный мы прошли, по сути, меньше, чем за год даже. И из там... Это даже было не подразделение какое-то безвестное, да, а просто вот моя идея, которая заразила хороших, храбрых парней, которые мне поверили. Может быть, они не поверили в ее реализацию, но они просто доверились мне. Да, и сейчас, там, я не знаю, там, все ведущие СМИ мировые брали у нас интервью и фотографировались и так далее, и так далее. То есть я очень рад тому, чего мы добились за этот короткий срок. Этого ничего бы не было, если бы, ну, не получилось собрать такой, скажем так, яркий коллектив действительно безбашенных, смелых, отчаянных, отважных парней. Розкажи, будь ласка, про підсумки останньої операції РДК на території РФ. Да, это уже была, скажем так, такая одна из, наверное, ну, на данный момент самых масштабных наших задач, потому что мы заходили в населенный пункт, это уже поселок городского типа, 5000 человек населения, больше 5000 даже, новая это Волжанка, это Белгородская область. Ну, итог какой, да, еще сильнее нас стали, еще серьезнее воспринимать, потому что первый наш заход, заскок в Белгородскую, в Брянскую, прошу прощения, область 2 марта, там было очень много спекуляций,
кто мы, что мы, откуда мы взялись, и зачем вообще мы взялись, и что это было, и было ли это на самом деле, может быть, это вообще там все на студии Довженко снимали, или там в Киевской области, а кто эти типы, а так они вообще там все сволочи, фашисты, нет, они хорошие пацаны, нет, они не хорошие пацаны, так это же русские, так это русские сами сделали, нет, это не они сделали, это провокация. Ну, в общем, там был такой сыр-бор, я в какой-то момент думаю, типа, мне сейчас что, нужно доказывать, что это я стою, и там у меня за спиной этот акушерско-фельдшерский пункт, вам показать, где это было, ну, типа, мы специально выбрали именно это место, потому что там была географическая привязка непосредственно к местности, да, там этот, на Google Maps, там Google Earth видно этот, это здание серое, кирпичное, двухэтажное. Вот. Мы просто думали изначально, что это школа, а оказался акушерско-фельдшерский пункт. Вот. После этого понятно, что мы уже шли все время на повышение ставок, то есть следующий заход, который был 6 апреля, там парни уже взяли полноценное интервью, скажем так, местного жителя. Он, кстати, сначала не хотел открывать, но они стали кричать, что это ФСБ, РФ, откройте, а ФСБ в нашей стране открывает любые двери. Вот. Поэтому он открыл. И тоже там стали писать, да это все постанова, да житель подставной, смотрите, он не сразу сказал, в каком он находится поселке, зато точно знает расстояние до Брянска. В общем, заходом в Грайворон, в Белгородскую область, мы уже, в принципе, там развеяли все спекуляции и сомнения. Вот Данил угнал БТР-82А оттуда, вот, из ангаров на контрольно-пропускном пункте. И уже, конечно, все. Стало очевидно, что мы не там... проект украинских спецслужб, да, не какое-то там фейковое подразделение, а мы настоящие, мы по-настоящему воюем. Просто, ну, мы и так по-настоящему воевали, просто до 2 марта это никого не интересовало, хотя весь наш боевой путь, он у нас в Телеграме отражается очень, очень ярко. Вот, и получилось так, что не заезжая даже в Киев из Грайворона, мы отправились в Харьковскую область и оттуда заходили в вот эту вот новую Таложанку. Там уже речь шла о контроле территории, да, почти неделю, по сути дела. Там это была такая серая зона, условно, под нашим контролем. Ну, как минимум, южная часть этого населенного пункта. Вот, весь он сам превратился в такую серую зону, в которой там... постоянно какая-то шла там стрельба, обстрелы, еще что-то. Ну, местных жителей там не было, мы их не встретили. Местные жители почти сразу покидают приграничные районы. Вот. Меня просто в интервью очень часто спрашивают, а как на вас реагируют вот местные жители, а что, а как они вас... Ну, то есть, а я говорю, что ну, там никого нет обычно. Они уже, ну, они там не собираются блокировать дорогу, там, я не знаю, да, бросаться под танки. Они просто убегают, прячутся. Ну, в общем, в принципе, я считаю, что вся такая приграничная территория вглубь Российской Федерации, она становится такой постепенно действительно серой зоной. То есть вот тоже Шебекино многострадальное. Там нету ни сотовой связи, ни телефонной связи, ни электричества, там вода с перебоями. То есть там орудуют мародеры. Те дома, к которым приближались вот, бойцы РДК, они... были, скажем так, разрушены, ну не разрушены, а из них там, что возможно было ценное, унесли мобилизованные российские, которые были там для того, чтобы, скажем так, эту территорию от нашего вторжения прикрывать. Вот, поэтому, ну, понятно, что, конечно, это все свалит на нас, но ну, там такая была территория абсолютно... скажем так, серая, неподконтрольная. Вот, поэтому что было важно? Важно было захватить пленных. В этот раз уже их там было больше 10. Важно было то, что, по сути дела, я обратился напрямую к губернатору Белгородской области. Я предлагаю вам обменять этих пленных всего-навсего на пару минут общения с вами. Он ответил, что самое интересное. Ну, конечно, ответил он там, как было ему удобно. Вот. Но, тем не менее, там, да, мы там
по сути, я записал видео, он записал его ответ, я записал второе видео. Вот. В этот наш такой кривой диалог даже господин Пригожин врубился, потому что я предложил губернатору встретиться в храме, дело было на Троицу, в Новой Таложанке, типа, давайте, там, я отдам пленных, а вы взамен просто со мной пообщаетесь, потому что, ну, понятно, там, это его подконтрольная территория, там полный бардак, никто не эвакуировал жителей, они эвакуировались сами, кто-то не эвакуировался, в общем, ну, то есть мне было с ним о чем поговорить, вот, он говорит, со мной отказался, а Пригожин как раз в этот разговор мой и губернатора Гладкова вступил, и он сказал, что он готов послать своего там какого-то высокопоставленного зама, чтобы тот забрал пленных. Ну, то есть ход, в принципе, интересный. Пригожин на тот момент еще не разочаровал. А какие твоє ставлення до постаті такої? Моє отношение к маршу солідарності, маршу справедливості? Загалом, хто такий Пригожин в твоїх очах? Про цей марш, чи був він насправді? А чи це була якась взагалі історія, якась постанова і відволікання уваги? Я, скажем так, з большим вниманием слідив за процесом його возвышения. І чим ближе ми підходили к маршу справедливості, так называемому, тим очевиднее становилось, що він занимается, по сути дела, уже нескрываемой предвыборной агитацией себя. Вот он раздает интервью Варгонза там на полтора часа, он ездит с какой-то там странной кампанией по России, да, он посещает там центры рекрутинга Вагнера в разных городах, он их открывает, там они открывают какой-то там, не знаю, там, Вагнерёнок, там еще что-то, да, там в Санкт-Петербурге стоит огромный ЧВК Вагнер-центр. И Пригожин тоже идет в своих шоу, в своих выступлениях публичных тоже на повышение ставок. Сначала он там роптал по поводу каких-то, значит, там минусов в управлении там Министерства обороны Российской Федерации, потом это сакраментальное там Шойгу, Герасимов, где снаряды. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Да, потом он уже просто в открытую стал их обвинять, там, я уж не знаю, там, в воровстве, в несоответствии там, занимаемым должностям. Ну, и было понятно, что, ну, все, уже теперь нет, ну, я не могу в прямом эфире назвать главнокомандующего, начальника генштаба, да, и министра обороны, я не могу в прямом эфире, в воюющей, тем более, ситуации, назвать их, там, не знаю, мудаками, обвинить их в воровстве, а потом сказать, что я пошутил. Ну, это так не работает. Это высшие эшелоны власти, тем более в войну. И стало очевидно, что, ну, что-то будет. Что-то будет. И тут бах, да, начинается вся эта история. Я был уверен, что, ну, это вот оно, все, началось. Это мятеж, бунт, восстание, там, как угодно назови. И я, в принципе, один из первых поддержал. Ну, тут, правда, не совсем правильно интерпретируют мои слова. Я, ну, Пригожин является врагом, безусловно, там, да, он воюет на стороне Российской Федерации. Я поддержал не его лично, да, я поддержал ту смуту, как я и сказал, в принципе, да, в видео, я поддержал всю эту историю как фактор дестабилизации, который, естественно, я искренне приветствую, потому что Российская Федерация в том виде, в котором она есть сейчас, конечно, это враг. И я искренне надеялся на то, что, ну, все, сейчас начнутся на Московской кольцевой автодороге бои, стрельба и так далее. Вот, хотя я думаю, что он бы очень легко зашел в Москву. Вот. Я не знаю, что это было. Мне очень сложно представить, чтобы человеку, на которого официально тратится 86 миллиардов рублей в год, у которого есть своя медиа-империя, у которого есть своя фабрика троллей, который снабжает питанием всю Российскую Федерацию, ну, всю российскую армию, да, фирма «Конкорд», это понятно, да, с 2006 года.
У него своя медиа-империя, у него своя личная частная армия. Он стал популярнее Кадырова в медиа. Возможно, в моменте он стал популярнее президента. И, ну, что ему можно предложить? Вот что ему можно предложить? Больше денег? Ну, я не знаю, 87 миллиардов? Ну, я просто не знаю. Деньги же не могут все купить. Поэтому, что это было, я не знаю. Да, сейчас такое ощущение, что они пытаются выкрутить. Вот сегодня было как раз его недавнее аудиообращение, что вот мы хотели выявить там шпионов, там еще что-то. Ну, это как бы история, она звучит очень глупо, потому что там самый серьезный удар военно-воздушным силам, военно-космическим силам, как они теперь называются, Российской Федерации в этой войне, к сожалению, пока еще нанесла не украинская сторона, а войска ЧВК «Вагнер», да, потому что сколько они там сбили, да, там 4 К-52, Ми-8 они там сбили, еще что-то, они сбили вот самолет, который они сбили, это вообще был летающий командный пункт. Поэтому весь экипаж, который там был, у них там несколько тысяч часов налетов. Ну, то есть, да, если это все было сделано для того, чтобы, а вот сейчас мы выявим нелояльных, ну, это смешно. Это просто никак не бьется. Вот, поэтому, ну, конечно, это был явно мятеж, это было восстание. Другое дело, какие преследовал он цели, а самое главное, почему он остановился. Ну, когда-нибудь, я хочу думать, мы это узнаем, но что там было на самом деле, я не знаю. Плюс вот этот вот, я забываю, как он, Ми-Ан, который вот они сбили, где экипажи там было. Ил, да-да-да. Ну, их не сбили вообще над территорией Украины. Они потому что к линии фронта даже не подлетают. Это настолько ценная машина. Ну, командный пункт летающий. Ну, то есть это очень-очень-очень-очень серьезная вещь. Их там вообще, по-моему, на всю Россию 12 штук. Теперь 11. Ну, это было сделано для того, чтобы выявить нелояльных, но это же смешно. Ну, то есть, что это было, не знаю. Когда-нибудь, бог даст, мы узнаем вообще, что это было. Но это вот из серии, как я же говорю, почему остановился Пригожин, там, кто убил Геннадия, это вот теперь все из одной серии. Шкода, що ми не принесли. У нас є двері від російського гелікоптера, збитого над Гостомелем в перші дні. Наші хлопці затрофеїли підерську вертушку і притягнули сюди від неї двері. Ми їх обов'язково розіграємо в одному з наступних відео. Підписуйтесь на наш канал і не пропускайте. Денисе, наступне питання таке. Росія зі сторони виглядає монолітною тоталітарною державою. Насправді ситуація з ЧВК «Вагнер» показує нам, що там є щонайменше декілька груп впливу. Скажи, будь ласка, і назви, на твою думку, які групи впливу зараз існують у військовому керівництві Російської Федерації, з яких ресурсів ці групи живуть, і як кожна з цих груп бачить майбутнє Росії, світу та України? Безусловно, Російська Федерація, вище воєнне руководство, вище політичне руководство не являються монолітом. Ситуация с Пригожиным это очень хорошо продемонстрировала. Даже то, что мы называем, то, что украинская сторона называет российской армией, тоже даже организационно неоднородная структура. То есть кто воюет на стороне Российской Федерации? Частная военная компания «Вагнер» — это отдельная история. Ахмат, запад, восток, север, юг. Да? Формально это подразделение, которое подчиняется Министерству обороны, и то не так давно они подписали контракт. Фактически это все кадыровская, там, одна большая история. Да? Дальше у нас есть Росгвардия, личная гвардия президента, грубо говоря, да? Подчиняется Золотову непосредственно. Дальше у нас есть, понятно, Министерство обороны Российской Федерации. Дальше у нас есть какие-то добровольческие подразделения, да. Дальше у нас есть еще силы МВД. Вот когда говорят там вот СОБР, это вот МВД. Поэтому, ну вот даже сейчас, да, сколько там, 6 различных группировок формирования. Плюс там ходили слухи про то, что «Газпром» делает свои какие-то частные, да, охранные предприятия. У них там, по-моему,
поток называется, там еще как-то. Вот. Плюс сейчас там, в Татарстане, в Башкирии появились свои какие-то национальные формирования, там Темир, Альга. Я думаю, что однозначно это говорит о том, что... А, там даже вроде Русская Православная Церковь Московского Патриархата какое-то собралось подразделение делать. Вот даже про такое я слышал. Насколько это правда, я не знаю. Ну, в общем, все решили поиграть в, я не знаю, там, в Fallout или в Безумного Макса. И теперь вот есть там губернатор. Да, есть еще же теперь, да, там территориальная оборона каких-то вот этих особенно приграничных, значит, областей. Понятно, что это говорит о том, что такое понятие, как централизованное управление, оно, видимо, начинает постепенно отваливаться. И каждый, кто может себе позволить свою частную армию, неважно, как она называется, ну, начинает это делать. Вот. Понятно, что в высшем военном руководстве тоже нет единства. Есть те, кто сильно недоволен усилением кавказского элемента, чеченского элемента, да, потому что все равно в высших эшелонах военной власти есть люди, которые там, в 95-м году, например, командовали там, штурмом Грозного, да, и они, конечно, хорошо помнят события той войны, и они не довольны тем, что там вчерашние враги, да, или как тогда по телевидению это все было, там, головорезы, исламисты, террористы, теперь они уважаемые или даже привилегированные там, члены российского общества, у них там собственные, снова собственные военные подразделения, то есть понятно, что есть силы, которые недовольны кавказским элементом, есть силы, которые наоборот усиливают, да, кавказские какие-то ведомства. Есть, как в любой воюющей, скажем так, парадигме, партия мира, партия войны. Понятно, что сейчас там партия мира, ее голоса там задавлены, все там просто там есть там войны, наверное, в России есть там партия там тотальной войны и войны там условно нормальной. То есть там ядерный удар, да, всех тут, значит, стереть в ядерный пепел, или вот нет, давайте все-таки там воюем нормально. Ну, понятно, есть там Игорь Иванович Стрелков со своим клубом погоревших патриотов, он же клуб рассерженных патриотов. Вот. Но как бы пойдет ли сейчас кто-то за ним или нет, не знаю, мне сложно судить. Но это тоже как бы сила, тоже голос определенный. Вот. Сама российская власть говорит, что вот есть вот турбопатриоты, это плохие, это те, кто очень сильно, значит, за Россию, это уже опять плохо, опять нельзя. Значит, это плохие, есть, конечно, всегда предатели. Ну, то есть какого-то там единства нет. Это, ну, я же говорю, если жители Ростова аплодировали заехавшим в Ростов бойцам Вагнера, выносили там им цветы, воду, не знаю, пироги. Ну, я не видел как бы проявления какой-то невероятной лояльности. Вот все, сейчас, значит, турбопатриоты Путина выскочат, не знаю, там, на Можайское шоссе или там, на М3, станут насмерть и будут, значит, защищать, не знаю, там, Москву, Кремль, президента. Ну, ты видел это? Я не видел. Ну, і я теж цього не бачив. А в чому секрет, як вони так легко і просто їхали, скільки там казали, чи не 25 тисяч людей з технікою? Ну, от просто їхали, їх там хтось хотів перехопити, але не зміг. І вони буквально зранку виїхали, під вечір вони вже там 200 кілометрів до Москви. Ми коли до вас їздили на бійки, мені здається, що ми там до Калуги їхали довше. Просто... Ну, не было силы, готовности вообще что-либо им противопоставлять. Ну, вот единственные, кто дали отпор жесткий, это коммунальщики российские, которые там, значит, разрывали полотно, да, дорожное, или там ставили грузовики на шоссе. Вот они бой дали. Красавчики, как бы, это вот действительно похоже, путинские лоялисты самые настоящие. Ну, остальные все там хлопали глазами. Ну, потому что одно дело, когда на площадь выходят там мальчики и девочки,
И вот они там кидают бумажные стаканчики в закованную там с ног до головы ОМОНовца. Получают за это сначала по башке, а потом 2 года тюрьмы. Ну, с такими мы легко расправляемся. Вот с безоружными, со слабыми, с теми, кто не может там, да, скажем так, как-то дать отпор, там, вооруженное, тем более, сопротивление. А те, кто едет на танках с автоматами, ой, ой-ой-ой, это уже сложно, это страшно, они еще в ответ могут стрелять. Ну, это если попадет, это не страшно, не больно даже. А пуля, граната, а танковый снаряд, ой-ой-ой, ну, вот и все. Ну, они 20 лет, 23 года учились там, вот, на таких, как я, забивать людей там резиновыми дубинками на площадях. Это мы умеем. Это хорошо получается. А с войной на собственной территории, ну, они на вашей территории не очень справляются, на своей вообще не готовы оказались. Тоді, якщо відкинути всю широку палітру, яку ти назвав цих груп впливу, чи можеш назвати там 2-3 крупних коротко? Мне, я не настолько погружен в российский политикум, чтобы вот сказать, как оно есть на самом деле. Я так понимаю, что там сейчас есть все, что относится к Генштабу, к Министерству обороны, но это вот одна такая большая, скажем так, группа. Да, понятно, что есть там Кадыров и все его окружение, это там другая большая группа. Есть те, кто пытаются там сплотиться вокруг остатков какой-то там экономики, там локомотивов экономики, да, там всяких там Газпромов и Лукойлов. Вот. Ну, есть там условно такая, условно западноориентированная страта. Это вот, например, там Яндекс, Сбербанк. Они вот компании, которые очень бы хотели на самом деле гоняться и обгонять Запад вот в плане таком технологичном. И они могли бы это сделать, но для этого нужно было жить в другой стране там, или там, в другой России. Вот. Поэтому вот это, наверное, такие условно. Ну, причем, опять-таки, жизнь регионов, мне вообще сложно про нее что-то говорить, да, потому что там одно дело там Москва, европейская часть России, а там Урал, Сибирь, Дальний Восток, Приморье, там они там живут своей жизнью и будут же дальше жить своей жизнью. И вот я не верю в то, что там какие-то сибирские полки пойдут защищать Путина. Розкажи, от в розрізі цього якийсь психологічний портрет, на твою думку, сучасного руского воїна зі сторони Російської Федерації, який сюди приходить, що їм рухає, якась ідеологія, релігія, міфологія, гроші, для чого? От деньги, на самом деле, это самые деньги и страх. Вот это два таких драйвера и два основных, скажем так, погонщика среднестатистического россиянина на эту войну. Я разговаривал с парнем, его взяли в плен, парни из Кракена. Парень из Брянской области, у него татуировки соответствующие, там ICAB, Тильвадхала, там какие-то такие там свастичные орнаменты. Ну, наш человек, все понятно. Я, как только его увидел, попросил обязательно с ним аудиенции. У меня получилось. Мы стали общаться. Ну, вот он, может быть, там, да, действительно из-за каких-то там идеологических пошел моментов. Хотя, в принципе, сложилось ощущение, что он просто погнал за компанию с друзьями, с пацанами, что называется. А друзья-пацаны пошли за деньги. Вот в их регионе 20-25 тысяч рублей, 30 тысяч рублей. Это хорошая зарплата. Там, не знаю, 50 — это вообще топ. А им платят 200, 230. Ну, представь, что тебе предлагают жалование или там, не знаю, зарплату, оплату в 10 раз, больше, чем то, что ты получаешь сейчас. В 10 раз больше. Причем они же набирают, ну вот я там общался с пленными, их там, захожу там, их там 50 человек. Здрасте, здрасте, здрасте. А есть кто из Москвы, там я поднимаю руку, один тип поднимает руку, говорит, откуда? И он там оказался не из Москвы, а из там
дальний-дальний Московской области. Я говорю, так, не считается. Ну, там, второй тип. Да, он действительно оказался такой... ну, он оказался из Москвы, он ходил на антиправительственные, антивоенные демонстрации, и его просто с третьей подряд демонстрации его забрали и отправили в военкомат, сразу на месте повестка, сразу на месте свободен, его погнали в армию, он при первой возможности сдался, все, понятно, он воевать не хочет. То есть они набирают людей в провинции, они набирают людей в регионах. Вот почему там, ну, когда стали показывать кадры, что из Бучи, из Ирпеня воруют мои земляки унитазы, там, сковородки по 300 гривен, там, еще что-то. Ну, я не поверил, я скажу честно. Я понимаю, там идет война, война информационная, война экономическая, война военная, все это понятно, но я думал, блин, ну что-то, ну, парни, ну, я, конечно, там за Украину, но вы тоже не перегибайте, ну, кто ворует унитазы? Ну, кому нужны унитазы? Ну, вы что? Я даже, знаешь, решил заморочиться, я попросил ребят среднюю цену унитаза по Российской Федерации, чтобы мне посчитали. Она почти везде одинаковая, там, от 10 там, тысяч рублей. А потом выясняется, что в этом же регионе средняя зарплата может быть 8-12 тысяч рублей. И вот этот вот предмет фаянса — это предмет роскоши. Причем в этом же регионе, например, нету канализации. И он будет стоять просто, например, там, над дырой там, в земле. Но он будет там стоять, если его могут себе позволить. И вот я думаю, это же до какой степени, да, вот, скотство и нищеты не заведено население за пределами Московской кольцевой автодороги, что люди там готовы воровать унитазы. Вот. И они пошли за деньги. Ну, да, понятно, там ситуация, вот я там с другим пленным разговаривал, как раз из Новой Таложанки. Ну, ему просто, у него там двое детей, ему пришли на порог, там пришли мусора и сотрудники военкомата. Там, Иван Иванович, там, вот повесточка, там, завтра в 8 утра, явитесь, не запылитесь, будьте любезны. А если не явитесь, то там, типа, у вас там, не знаю, 5-7 лет тюрьмы. И все, и вот у него выбор. 5-7 лет тюрьмы или ехать на войну с Украиной. Ну, понятно, им там рассказывают, что они будут там охранять склад, стоять на восьмой линии, в лучшем случае, там, в худшем случае копать окопы, и там, конечно, риска для жизни там никакого не будет. Вот, это уже как бы вторая история. Но первая история в том, что вот все, вот тебе повестка, и у тебя выбор. Срок или служба в армии срочная там или какая-то. Вот. И понятно, что все выбирают, плюс, конечно, 200 тысяч рублей. Все выбирают деньги, все выбирают армию. Ну и там, понятно, нагнетается ситуация, то, что там за правду, за своих, своих, там СВО, все, всех побеждаем, там туда-сюда. Но на это не очень сильно они ведутся. Ну, я с ними разговаривал, ну, за деньги, за деньги, за деньги. Ну, еще раз говорю, ты получишь в 10 раз больше, чем ты получаешь сейчас. Конечно, каждый думает, я закрою кредит, я закрою ипотеку, я куплю машину, я куплю жене шубу, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. Ну, конечно, ну, цифра-то нормальная, 200 тысяч. Причем я спрашиваю их, а вам вовремя платят? Они говорят, да, выплаты все были, ну, могут там на неделю задержать. То есть я понимаю, что вот, вот так эта система работает. То есть сначала население низведено до вот такого нищенского абсолютно состояния, и ты дальше можешь маніпулювати. Там, я плачу в 10 раз більше. А, ну ми тоді йдемо воювати. Це ж все одно не так багато, щоб просто ризикувати життям або вчиняти ті злочини, які вони вчиняють. Ну от, смотри, от що касається там преступлений, я не буду там нікого не очерняти, не обіляти, не захищати. Я не дуже хочу це коментувати, тому що я, ну, это просто омерзительно и страшно, скажем так. Я имел общение с парнем, у которого в Буче погибла семья, именно вот под оккупацией. И он, ну, я даже попросил его не начинать этот разговор, потому что я сразу понял, там, судя по всему, что там произошло. И, ну, я вообще не знаю, как он остался, скажем так, в сознании.
Вот, то есть там понятно, что военным преступникам прощения никакого не будет, никакого там объяснения, никакой поблажки, это все, ну, объяснить это невозможно. Но те, кто живут в нищете, понимаешь, в нищете и в бесправии, для них, конечно, ну, конечно, это вариант, конечно, это шанс в первую очередь из вот, собственной вот этой нищеты выскочить. Понимаешь, то, что это выскочить за счет там участия в войне, убийств там и так далее, это уже как бы второй вопрос, да, там, кто готов какую цену там платить, да, и кто что готов делать для собственного обогащения, да, кто-то готов воровать, да, там, причем это могут быть там чиновники, там, не знаю, кто угодно, сотрудники полиции, кто-то готов убивать, да, кто-то, не знаю, готов... не знаю, там, заниматься проституцией, кто-то готов снимать детскую порнографию. То есть изъянов человеческих там очень-очень много. Но почему люди, граждане РФ, пошли на эту войну? Потому что они были нищие и есть нищие, и бесправные. А тут можно в 10 раз богаче в месяц стать. Поэтому они идут. Вот и все. Ну, понятно, я там не говорю про каких-то там упертых, да, про наших с тобой коллег по цеху, там из... фанатских там объединений и так далее, они, конечно, там с горячим сердцем за русский мир, там за, значит, против хохлов, против гей-парадов и так далее, и так далее. Вот. У них там отдельная как бы история. Вот они так ловко это все мотивируют для себя, наверное. Хотя я не удивлюсь, что они тоже деньги идут. Вот. Ну, деньги — очень серьезный фактор. Деньги — очень серьезный фактор. Вот. Вот і все. Скажи, в цьому розрізі, от, чи ми зараз розуміємо, що є різні групи впливу в Росії, і все ж таки є групи впливу, які викликають симпатію у українців. Бо загалом, звісно, росіяни у українців зараз викликають тільки ненависть. І скажи, будь ласка, чи є, на твою думку, хороші русські, окрім вас? І кого ти вважаєш хорошим русським? От вся ця колода хлопців і дівчат. Пономарьов, там, Шендерович, Ходорковський. Кого забув? Хто вони? І чи ти їх взагалі ідентифікуєш як якихось ймовірних навіть союзників, якихось адекватних сил? Ну, скажімо так, от... про хороших и плохих, русских. Мне, в принципе, не нравится эта там категоризация, потому что, ну, кто решает? С точки зрения украинцев, с чьей точки зрения есть хорошие и плохие русские? С точки зрения европейцев, ну, меня их точка зрения, в принципе, не волнует. Вот. Скажи, як ти вважаєш? Українська точка зору зрозуміла. Нам зараз в коментарі прилетить тут дуже багато хейту, але... Я не вважаю себе там, ні плохим русским, ні хорошим русским. От моя бывшая супруга, кстати, вообще сказала, что я очень плохой. Поэтому я, видимо, вообще ні туди, ні сюди не попадаю. Вот. Вот, ну, почему мы хорошие, да? Потому что мы сейчас защищаем Украину. Ну, до начала этой войны издательство «Заборона», там прочие левацкие, значит, либеральные медиа, таких как я, таких как бойцы РДК, призывали выслать, выгнать из страны, отправить за решетку, да? Ну, мы для них были плохие тогда уже, еще, там, я не знаю, как правильно. Ну, сейчас они, конечно, свои рты закрыли, потому что, ну, мы тут типа как бы воюем за них, в том числе. Наверное, сейчас им прилетит, если они будут нас поливать грязью. Но они же не изменили своего мнения о таких, как я, о таких, как бойцы РДК. Да, мы русские националисты, мы ими были, мы этого не скрываем. Просто, ну, русский национализм ёбнулся, извиняюсь за выражение. Поэтому, как бы... Мы в другой абсолютно сейчас находимся ситуации, да. Ну, я там не скрывал никогда своих взглядов националистических, праворадикальных там для кого-то, традиционалистских, консервативных. Ну,
уже кому-то это в Украине не нравится, уже кто-то как бы считает, что то, что там мы рискуем нашими жизнями, это вторично. Первично то, что я вот, значит, сказал, что мне не нравятся там погромы там BLM или там как во Франции. Вот это уже плохо. Это, вот они пускай в России там свою точку зрения высказывают, а здесь вот нельзя. Поэтому, ну, плохие, хорошие, это все очень, мне кажется, очень условно, очень зависит от текущей политической конъюнктуры, ситуации, понимаешь, может быть, для кого-то я там уже плохой, для кого-то я до начала этой войны был хороший, вот, с украинской стороны. Понятно, что там в украинцах говорит эмоция, я уже говорил на этот счет, и люди, которые пострадали от этой войны, ну, понятно, что для них все русские всегда будут плохие, наверное. И эти люди имеют полное право на такую точку зрения, потому что, ну, потому что это эмоциональная оценка ситуации, но это личное. Это личная боль, которую кто-то пережил, к сожалению, ее принесли мои соотечественники, поэтому, ну, что сказать. Те господа, которых ты упомянул, я как бы, скажем так, вот 3 июня в Новой Таложанке погиб мой товарищ, близкий очень, по сути дела, друг. Это Данил Шайба, который угнал БТР с КПП Грайворона. Вот, он там тоже командовал штурмом. Вот, его, к сожалению, сразила пуля. Сразу он погиб. Он взял пленного первого. Вот, и, скажем так, потерял хладнокровие. И, в общем, совершил неправильную просто ошибку, там, классическую. Командир не имеет права, да, там, заходить первый в дом, там, идти первый. Вот. Он рванул в дом, и его сразила пуля. Вот. И для меня, в принципе, все происходящее на этой войне, оно разделилось на до и после. Вот до его гибели все происходящее в какой-то степени я... Ну, я думаю, все бойцы РДК, как минимум те, кто были с самого начала, мы все это все воспринимали как, ну, авантюру безумную, как какое-то, наверное, даже приключение. Да, конечно, борьба там против Путина, за Россию, там, все это понятно. Это все было для нас важно, и мы об этом думали, мы об этом говорили, мы обсуждали, мы готовили уже тогда какую-то нашу там политическую программу. Но пока все оставались живы, да, мы были, скажем так, уверены в том, что вот все будет хорошо, мы будем, вот, как говорится, на арбузной корке пролетать. Причем парни принимали участие в очень, ну, страшных миссиях. Ну, парни, там, я в том числе. Там, то есть мы заходили на другую, на вражескую территорию. Там, Данил в том числе с группой плавал на другой берег Днепра в январе, когда он, это Новую Каховку, да, он оккупирован до сих пор. Вот, совершали огневой налет на лодках там, по ледяному Днепру, то есть это тоже там, отдельная сага об их храбрости. И я в какой-то момент стал думать, что я выиграю эту войну, не потеряв никого, а потерял, по сути, самого близкого, одного из самых близких. И я просто перестал это все воспринимать как... какую-то такую, да, страшную зорницу, войну. Отношение к этому очень сильно поменялось. И поэтому, если раньше нас как бы возня российских оппозиционеров не интересовала, там, то они нас хвалят, то они нас поливают грязью, то, хрен с вами. Да? И их там какие-то планы там, на будущее России, которые они строят, они нас просто забавляли, и мы к ним серьезно не относились, хихикали, хахакали. Вот, то сейчас, конечно, я стал это все воспринимать совсем иначе, потому что получается, что такие люди, как Данил, да, бойцы РДК, платят кровью и кровью же, в принципе, отмывают наши русские имена, которые были абсолютно в грязи, да, измазаны с подачи нашего руководства, а какие-то, значит, господа, которые сидят там, в кабинетах там, в Вашингтоне, в Лондоне, там, я не знаю, или даже в Киеве, и строят из себя, значит,
российскую оппозицию, будут пытаться там пользоваться плодами нашего труда. Вот. И это меня, как бы, ситуация больше не устраивает. Вот. Поэтому любое какое-то там неискреннее политиканство, которое существует вокруг обсуждения будущего Российской Федерации, России, я его не приемлю. То есть есть русский добровольческий корпус, вы либо с нами сражаетесь плечом к плечу, да, рискуете так же, как и мы, тренируетесь, потеете, истекаете кровью так же, как и мы, да, тогда, безусловно, вы часть той силы, которая будет определять будущее Российской Федерации. Не позволяет вам ваше, не знаю, там, морально-психологическое, физическое состояние быть бойцом, значит, вы нам помогаете. Информационно, материально, там, финансово, там, как угодно. Вот если вас нету ни в этой категории, то я считаю, что вы не имеете никакого права, ни морального, ни фактического, ну, строить какие-то планы на будущее Российской Федерации. Вы можете фантазировать, как вот вы фантазировали 20 лет, вот вы можете фантазировать дальше. Но я это серьезно не воспринимаю, потому что мы платим слишком высокую цену за то, чтобы какие-то там, ну, кабинетные там сидельцы, политиканы потом зарабатывали на гибели моих товарищей политические очки. Скажи, будь ласка, що для тебе буде днем перемоги? Що для тебе буде днем, коли ти прокинешся і скажеш, от я, особисто я, переміг у цій війні і досяг тої цілі, яку перед собою ставив? Ну, скажем так, в первую очередь, конечно, победа, скажем так, победа номер один, которую я хочу думать, мы приближаем, это, безусловно, освобождение украинской территории от оккупационных войск. И я говорю про всю территорию Украины, я говорю про Донецк, я говорю про Луганск, я говорю про Крым. Это вот победа номер один. Это та победа, которую мы отпразднуем вместе с нашими там побратимами, соратниками, украинцами, которые отстояли, которым мы помогли отстоять, защитить, очистить свою землю. Вот это для нас будет, скажем так, первая победа или там победа 1-0. Вот. Но, конечно, моя цель — это все-таки тотальная свержение, переформатирование, слом Российской Федерации. Я намеренно называю Российской Федерацией, именно пользуюсь термином Российской Федерации, я не говорю Россия, я говорю Российская Федерация, потому что то, что вот создали за 23 года те, кто ее оккупирует, это не Россия, точно не та страна, в которой я хотел бы жить, которая должна соседствовать с Украиной. То есть для меня окончательной победой уже, конечно, будет флаг РДК над Белым домом в Москве. Вот. Ну, вот это будет для меня означать уже такая победа 2-0, победа общая. Вот это будет День Победы, и я хочу думать, что вместе мы его обязательно застанем и отгуляем. Зараз я напрягаюсь і згадую, що у моїй тривожній юності я колись відвідував таку новорічну вечірку фанатів київського «Динамо», яка називалась «СС-паті» або «Здохні, сука, паті». І до нас приїжджали наші гості і колеги із Москви, із московського ЦСКА, та дуже, дуже натхненно запрошували нас на протести, протестні акції у Москві. Здається, це були протести на Манежній площі. Тоді багато хто з молодих фанатів «Динамо Київ» проникся ідеями та вже був готовий їхати допомагати своїм колегам у Москві. Однак, коли відбувся Майдан, то наші колеги з Москви не підтримали його, а потім і взагалі стали нашими ворогами. Скажи, будь ласка, не всі, звісно, не всі.
Скажи, будь ласка, за який навколофутбольний колектив ти бився, виступав, і які зараз у тебе стосунки з хлопцями, з якими ви стояли пліч-о-пліч на полянах? Я був в такому відомому, широко відомому колективі, як ЦСКА Москва Ярославка. От у мене був, вроді би, він навіть ще где-то є, значок, который мою принадлежность к банде, скажем так, обозначает, который вручается руководством за заслуги, да, определенного характера. С кем-то из тогдашних моих коллег, скажем так, я поддерживаю связи. Те, кто выбрал сторону Путина и его, значит, шайки межнациональной, с ними иногда мы там кидаемся говном в чатах каких-нибудь друг в друга. У них стандартный набор аргументов, у меня стандартный набор контраргументов. Уже никто никому ничего не скажет. Уже попытки там как-то друг друга мирно переубедить, они там все закончились. Ну, опять-таки, мне с тяжелейшей, мощнейшей машиной пропаганды Российской Федерации, мне, ну, естественно, не потягаться. Вот. А то, что люди оказались, ну, тупорылыми и готовыми верить во все, что им рассказывают, ну, тут уже моей вины как бы нет. Просто пока ты в одном ряду просто там машешь кулаками, это одна история. Когда выясняется, у кого там что в голове, ну, окей, тогда понятно. Вот. На самом деле, я даже, наверное, рад, что среди них нашлись те, кто выбрал сторону, нашу сторону, вражескую сторону. Ну, это все-таки говорит о том, что эти люди были решительными, и они решительными остались. То, что они выбрали там не сторону Украины, а сторону России, это уже даже в какой-то степени вторично для меня. Главное, что они, в принципе, этот выбор сделали, они остались там, да, там, какими-то такими непримиримыми, там, ну, я не могу сказать бунтарями, потому что они вышли теперь воевать за, еще раз говорю, за режим, который 20 лет всех там избивает резиновыми дубинками, вот, это как бы другой вопрос. Но они хотя бы вышли, они там во что-то верят, во что-то верили, там, в великую Россию, в проклятую Европу, там, еще во что-то. Ну, вот, как бы хорошо, что они, в принципе, вышли. Значит, какая-то есть в них там стержень какой-то, там, да, вопросов нет. То, что околофутбол в России, наверное, закончился навсегда, ну, это тоже такой факт, который, я думаю, очевиден. Он закончился, по сути дела, после Марселя, потому что, когда был чемпионат мира по футболу в России, не было ничего, ни одной драки, ни одного там, какого-то знакового, да, там, махача. Вот, я думаю, что просто были настолько тогда уже закручены гайки, которые, естественно, там не раскрутятся больше никогда. А в який момент, на твою думку, фанатам в Росії стало жити гірше? Якщо раніше ми спостерігали розвиток цього руху, велику кількість банд провінційних там, сімей, оточення, спілкування на міжнародному рівні і так далі, то зараз... Після Марселя, після 15 або 16-го року, по-моєму. Що, на твою думку, спільного у футбольних фанатів та військових солдатів «Фортуни», оскільки ми спостерігаємо, що навколо футболу він став такою умовною фабрикою по підготовці ідейних бійців, які не воюють за 200 тисяч рублів? В сучасному світі для сучасного білого мужчини дуже мало можливостей проявити мужество, да, проявити свою мускулинность, которая теперь называется с подачи наших либеральных замечательных СМИ, токсичная мускулинность. Вот, ты не можешь где-то, вот, не знаю, там, да, там, махать кулаками, стрелять из автомата, махать топором, мечом. Ну, это все в нас сидит. Это все, вот это пресловутое вот наше наследие наших безумных там, воинствующих предков, оно все в нас сидит. А возможности это проявить в современном мире становится все меньше. Где ты можешь? Ну, ты можешь пойти на спорт, на бокс, там, на ММА, но это, конечно, все-таки что-то другое. Да? Там нету вот этого первобытного, скажем так,
какого-то кровожадного естества, которое вылезает, которое сидит в первую очередь в каждом из нас, да, и вылезает в тот момент, когда вот мы с тобой, и вот сейчас мы там начнем. Ведь я сейчас, знаешь, тоже немножко стал на это смотреть по-другому. Я смотрю какие-то видео своих старых драк, видео новых каких-то драк, я думаю, это же просто дичь. Ну, мы выходим друг против друга, и мы кладем там свое здоровье, ну, просто не за хрен собачий, грубо говоря. Ну, за какие-то там, а вот эти пацаны, а вот те пацаны, а у нас так банда называется, а у вас так банда называется. Нас больше вообще ничего не отличает. Ну, я не знал там ни фамилии, ни одного игрока там в ЦСКА, мне вообще это было абсолютно неинтересно. Конечно, ну, меня, так же, как и тебя, наверное, да, интересовало, ну, насилие и движ с пацанами, ну, вот и все. И я не говорю там, это для нас возможность выйти там из какой-то серой там реальности там туда-сюда, ну, реальность такая, которую мы там сами себе складывали. Просто где еще может вот современный человек, да, там, европеец, да, себя проявить, вот где он может посмотреть вообще, что он из себя представляет, как боец, как мужчина. Ну, еще раз говорю, спортивный ринг — это все-таки другая история. Да, тут тебе перчатки, тут тебе рефери, тут тебе врач, и все это такое немножечко, как будто вот, ну, не так жестко. А около футбола, ну, конечно, там люди склали свое здоровье ради там каких-то вещей, которые были им интересны, важны, там, я не знаю. Мне, например, было важно понять, а я вот как боец, я из себя что-то представляю. Кто может на этот вопрос ответить? Те, кто видели там сотни таких, как я, до этого, и еще увидят. Вот если они скажут, что я достоин встать в один ряд с теми парнями, которых я считаю крутыми бойцами, значит, я тоже один из них. Вот поэтому вот это чисто был вот вопрос моего такого мужского, человеческого, мужского бойцовского честолюбия, которое я вот хотел удовлетворить. Скажи, що для тебе є зразком ідеального воїна? Мається на увазі якийсь культурний або ідейний образ, за яким ти прагнув в навколофутболі, за яким ми всі прагнули в навколофутболі, за яким ти прагнеш зараз? Прагнеш, це що значить? Стрімишся. Ну, я думаю, що все-таки от во многом идеальные войны или какие-то такие образы, это в первую очередь образы из прошлого, потому что, не знаю, там, из Средневековья, из крестовых походов, времен Римской империи, война была совсем другая, да, и там действительно решало очень многое твое личное мастерство. Вот у нас с тобой дуэль, и тут не в том дело, что вот у тебя лучше, там, не знаю, там, автомат или пулемет, или ты меня раньше увидел, да, вот все, кто из нас лучше подготовился, кто из нас имеет больше опыта, и вот это, конечно, круто. Поэтому, ну, меня всегда вдохновляла эпоха крестовых походов, потому что представь просто себе тот факт, что крестоносцы пешком прошли из современной Франции до современного Иерусалима, и еще по дороге у них там были бесчисленные битвы, да, и не вот такие, а там как раз вот да, такие. Да, это вообще не ж кнопочку да, в Москве нажать, да, и ракета да, прилетает. Да, 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 конечно, и честнее. Да. Вот, поэтому, конечно, для меня, меня вдохновляет эпоха крестовых походов, меня, безусловно, вдохновляет эпоха Римской империи, Пакс Романа. Это огромный мир, который был подчинен, по сути дела, воле Рима, да, и германские варвары против римских легионеров, это там, не знаю, я, наверное, все отдал, чтобы, причем неважно, с какой стороны, поучаствовать в такой свалке. Вот. Я думаю, что вот именно туда я обращаю свой взор, когда я смотрю на воинов и вот те, кто вот бы меня лично вдохновлял, скажем так. Потому что это фанатизм, это, по сути, синтез и фанатизма безумного, и профессионализма. Розумні, критично мислячі люди розуміють, що треба менше дивитись телевізор, більше читати книжок. Ми розуміємо, що в Росії перемагає інформація і пропаганда, яка йде по телевізору. От скажи, будь ласка, на твою думку, якщо людина буде 3 місяці, нормальна здравомисляча людина буде замкнена в квартирі і 3 місяці буде дивитись російське телебачення, що з нею буде? І якщо їй переключити програму і включити щось інше, і через 3 місяці якою вона стане? Ну, я уверен, що якщо от в цьому пресловутому експерименті приймеш участь ти, і ти будеш 3 місяці смотреть
российскую пропаганду, то ты тоже, ну, может быть, ты там не возьмешь в руки оружие, но ты однозначно будешь там, за Путина против, не против украинцев, но против Запада, против вот всего плохого, что там есть. Вот ты в эту историю включишься. Потому что я в 2014 году я видел эту истерию по поводу Крыма. Я видел то, как подавалась война. Каждый выстрел, который наносила украинская артиллерия, попадал, каждый снаряд всегда бил точно в цель. В роддом, в дом престарелых, в детский сад. Да, вот если верить российскому телевидению, то украинская артиллерия попадает только в гражданскую, в объекты гражданской инфраструктуры, причем именно в те, за которые ты всегда сильнее всего переживаешь. Да? Я же говорю, там, роддома, ясли, там, детские сады, школы, дома престарелых. Вот туда просто украинские каратели били исключительно точно. И я видел сам, как это работает. Я сидел, смотрел телевизор вместе со своим отцом. Как бы там, ну, человек, который там, не глупый, у него высшее образование, там, инженер, все. Он смотрел, переключал, а оно просто отовсюду. Вот оно, от этого невозможно спрятаться. Ты можешь сказать, меня не интересует политика. Да, конечно, не вопрос. Но вы в курсе, что в Украине? А вы знаете, что там это? А вы, ну, то есть, ты смотришь ток-шоу, тебя это коснется. Ты смотришь новости, тебя это коснется. Ты смотришь новости своего, не знаю, там, Белгородского там какого-то района, тебя это коснется. А вот наш парень погиб на СВО, там, герой туда-сюда. И вот и тебя все равно это коснется. Ты не можешь остаться в стороне. Ты не можешь сказать, что вот, нет, я вне политики. Да-да-да, конечно, ты вне политики, но там же, вон, смотри, хохлы нападают, вгрызаются, значит, в нашу исконную землю русскую, а у них там гей-парады, а у них там трансгендеры, а они там меняют детям пол насильно, а у них там это, они там торгуют, там, не знаю, органами, и они сейчас нападут. Они уже напали. Ну, то есть все. И ты будешь как бы говорить, меня это не касается, но ты где-то все равно это будешь слышать. А вот раз, и твой любимый певец поддержал СВО. А вот раз, и твой, там, не знаю, любимый актер поддержал СВО. И ты, конечно, вроде против, но тебе нравится, как она поет, или тебе нравится, как он, там, не знаю, играет, и ты все равно этим будешь проникаться. А те, кто против, их голоса будут задавлены, они будут вот заглушены. Поэтому если просто включить на 3 месяца другой телевизор, ну, все будут охать-ахать и ненавидеть Путина. Ну, это, опять-таки, классика. Но мне кажется, просто у нашего народа прям такая феноменально короткая память. Ну, все там, все забыли про ужасы, например, там, Первой Чеченской войны. Все забыли про них, про там разрезанные эти, там, горло, там, этих срочников российских, да, все просто забыли про там захваты, там, не знаю, там, театрального центра на Дубровке, там, про сотни погибших, там, ну, про вот все забыли, все там, мир, как будто он был всегда. Все нормально, там, уважение. То есть, ну, и здесь будет та же самая история. Ну, я все это прекрасно понимаю. Сегодня Путин там, отец народов, красавчик, стратег, потом будет вот 3 месяца вот такой депутинизации, и все будут бегать там, плевать на его могилу, я не знаю, там испражняться. Это вот классическая наша история. Ну, так как вот с царем. Был царь-батюшка, все, великий там, все, а потом его подняли, грубо говоря, на штыки, и никто даже не всплакнул. Это вот прям классическая история русского народа. Денис, дивись, раніше і зараз є таке поняття, як еліта. Еліта в кожному народі, в нації, або в населенні певної території або держави. Раніше еліта завжди асоціювалась з військовими. Тільки військові могли бути елітою, оскільки тільки вони займаються захистом або експансією на нові території, і вони ризикують найдорожчим життям заради своєї держави і батьківщини. Скажи, чи є зараз еліта, на твою думку, і які ознаки і функції їй притаманні? Самою значимою фігурою в румунському націоналізмі був Корнеліу Кадріану, і він в своей книге, которую я всем советую, называется «Моим легионером», сформулировал, что в будущее страну, в принципе, должна вести элита. Элита должна быть национальной. Я считаю, в принципе, я многократно это говорил в своих интервью, я считаю, что будущее этой страны имеют право
определять только те, кто заплатил налог кровью. Вот налог кровью — это как раз то, что и делала элита, что делали феодалы, когда король, князь собирал их на войну. Они платили налог кровью. Они либо шли на войну сами, либо посылали своих детей, отпрысков. Вот те люди, которые это сделали, они достойны, безусловно, определять будущее этой страны. И вот в этом плане я хочу думать, что военные по праву станут элитой этой страны и однозначно будут иметь право голоса. Не те, кто сел на автобус 24 февраля 22 года и уехал в Польшу, там, не знаю, в Венгрию, не те, кто там сбежал, не те, кто, сидя в Мюнхене, сейчас рассказывает, какое количество представителей ЛГБТ, оказывается, воюет в армии вооруженных силах Украины, да, или не те, кто там, сидя дома на диване, таким, как я, тыкает в нос тем, что мы не разговариваем на украинском языке, не изъясняемся, а те, кто непосредственно поставил на кон свою жизнь, здоровье и свободу ради будущего этой страны. Вот эти люди, по мне, должны быть элитой. Ну що ж, шановні підписники нашого каналу, я завжди у всіх відео звертаюсь до вас з проханням, щоб ви були розумними, сильними та багатими, щоб ви могли використати своє критичне мислення та правильно оцінити всі ті посили, всі ті меседжі, і інтонації, і натяки, які зробив у цьому інтерв'ю наш такий складний і цікавий гість. З нами був Денис Вайтрекс, командир Русского добровольческого корпуса, який наяву реалізує ідеї українського націоналізму та здорового російського націоналізму. Спасибо за приглашення. Дякую, що прийшов.